Какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! Господи! О боже, Марти, не ори, а! Голова раскалывается! Прости, Джои. И хватит называть меня Джои. Крыша поехала! Вито, спускайся! Господи боже... Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет. Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Выйду и... Да ладно. Ты же оторвался с девкой. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Раз, плюнуть. Отстой. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот раз плюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай, Риверсайд. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красный. Вито, подай блок красный. Супер! Вот он, сэр. Всегда пожалуйста. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синий. Вито, один блок синий. Отлично. Давай. Есть.
Какого черта? Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих? Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Супер! Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично, мы серьезные баблошки. Малыш Марти тоже на Эдди работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 лет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он на тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе рассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага, напоминай мне иногда, ладно? Пока нас не стопанули. Нервничай, я спешу. Эй, ты же на красный проехал. Я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наш Вита. Так, мы почти что приехали. Блок синих, если можно. Давай блок синих. Да, вот его. Вот он, сэр. Всегда пожалуйста. Где блок красных? Это блок красных. Супер! Что продаешь, парень? Ты покупатель и глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик 1000. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь.
Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Чё? Вот. Ну что теперь скажешь? Ну я скажу. Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Подожми, Вита, он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Ближайшую будку и позвони ему. Эдди, это Витер. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти приалинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните! Я два куска за грузовик отдал и хочу их назад! Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз и решаем, что делать с этой шварью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать в бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все движутся. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпятся два косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Рвал и металл в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если
если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека, а Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Вот этот, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И, почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили три зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, пацан, вот... сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Вито, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Теперь пошли в Литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. С
следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Я попробую его обойти. Я захожу. Да, совсем неплохо. И это все, чем меня порадует? Да попал. Нож, ты труп! Давай, быстро, пошли! Промазал, Питти! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Прикрой меня! Твою мать! Я лучше всех! Я прикрою, Вита, вперед! Меня так просто не убьешь. Прикрой меня, Вита! Пошли, быстрее, вали его! Увидимся в аду, чмо! Эй, Джо, маме моей! Отвяжись отсюда, а? Эй, мне тоже оставь! Я прикрою! Пошел, пошел! В порядке, держись! Я правда кого-то убью! А, черт! Я тебя не боюсь! Будь начеку, Вита! Стреляешь, как моя сестра! Вита, погнали! Пошел, пошел! На следующей пуле твое имя! Вон там! Я захожу! Теперь его видишь! Я порву! Попал! Пошел! Я прикрою! Пошел! Пошел! Ай! Доп его! Ты в порядке? Меня зацепило, но не страшно. Прикрой меня! И это все, чем меня порадует? Кто-то попал! Давай,
попал! Твою мать! Ага, молодец, сзади. Вита! Давай, давай, я прикрою! И покойник! Молодец, Вита! Я выдержу! Убить его! Прикрой меня, Вита! Я прикрою, Вита! Вперед! Я вас вообще никого не боюсь! Ты на кого наехал, а? Все в аду! Если что-нибудь оставишь, рыбу! Прикрой меня, кретин! Меня! Слушай, все это как-то совсем уже. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Ты где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений! Эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красотку. Встретимся в Соколе. Заметано. Увидимся в баре.
обществу стоит каждого потраченного цента. Отличное сочетание, сэр. Может, вам еще и плащик? Пожалуйста. Берегите. Давненько вас тут не было видно, мистер. В отпуск ездили. Вот и все. За секунду управился. Ботинки чисти. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет. На сегодня все. Если что, я вам позвоню. Сэр. Вот что у нас есть. Ваше вино, сэр. Заходите к нам есть. Вечер добрый. Чего тебе сделать? Выбирай дизайн. Спасибо.